Среди тех, кто лично слушал президента, были и югорчане. В столице сейчас работает председатель окружной общественной палаты Ирина Максимова. Вот как она прокомментировала послание Федеральному собранию. Надо отметить, что говоря о семье, о чем, с чего начала, мы вообще, будем говорить, очень угадали, объявив год в Югре, 19-й год, годом семьи. Все, что касается внутренней политики, меня я слушала с удовольствием и понимая, что мы делаем правильно, это защита интересов пенсионеров очень важно, о том, что мы должны все-таки стараться, должна быть достойная. Второй момент – это, будем говорить, внимание к проблемам сельских учителей, что они должны тоже быть, должна быть программа «Сельские учителя», мы должны стимулировать, может быть, приход, развитие сельских. Это очень мощный рывок для развития сельских территорий, вы понимаете, да, если туда пойдут, учителя поедут.